Всем привет! Это канал Cool Film. Сейчас я расскажу вам про седьмой сезон клевого сериала, который называется «Игра престолов». Новые серии выйдут летом 2017 года, но мы уже сейчас знаем некоторые детали сюжета, о которых я вам сейчас расскажу. А ты хочешь поиграть в «Игру престолов», построить свое королевство, участвовать в масштабных сражениях и захватить Железный трон? Тогда я рекомендую поиграть в клевую игру, которая называется «Войны престолов». Ссылка находится в описании. Итак, съемки новых серий проходили в Северной Ирландии, Испании и Исландии. Ни для кого не секрет, что ближе к концу седьмого сезона нас будет ждать эпичная битва с ходоками. Но перед этим нам покажут долгожданную встречу Джона Сноу и матери драконов Дейенерис. Судя по слухам, эта парочка увидит друг друга уже в первых сериях. Потом они объединят свои армии, чтобы дать отпор белым ходокам. Конечно же, сперва Джону придется доказать, что эти живые мертвецы реально существуют. Для этого он отправится за стену на север и попытается поймать одного из таких ходоков. Там его отряд попадет в засаду и будет окружен врагами. Но потом прилетит Дейенерис на своем драконе и спасет нашего героя. Хотя в этой битве Джон потеряет нескольких своих друзей. Предводитель ходоков убьет одного из дракона, а затем воскресит его. Затем король ночи оседлает этого крылатого монстра и поведет свою армию нелюдей на юг. К этому времени все герои соберутся в королевской гавани, чтобы собрать армию и подготовиться к решающей битве. Джон Сноу и Дейенерис влюбятся друг в друга. В итоге окажется, что они являются братом и сестрой. Но они узнают правду, вероятнее всего, уже в заключительном восьмом сезоне «Игры престолов». Короче, будем ждать. Если ты никак не можешь дождаться новых серий, то можешь создать свое королевство и расширять его границы, нападая на других игроков. Тебя ждут эпичные битвы, драконы, магия и железный трон. Зарегистрируйся в игре «Войны престолов» прямо сейчас. Ссылка в описании. На этом все. Всем пока.